Доброго времени суток зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, и это канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Геймплей Let's Play. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Transroad USA. Это экономическая стратегия с элементами, скажем так, RPG. Значит, нам предстоит с вами строить компанию по грузоперевозкам в США. Значит, мы можем выбрать любой из 37 городов для старта. В этом городе открыть свою первоначальную штаб-квартиру и так далее. Ну, давайте сразу перейдем к новой игре. Так. Пускай это будет на песочнице. Просто попробуем по умолчанию. Ну, давайте все по умолчанию, ничего не будем изменять. Так, ну, давайте, конечно же, назовем название нашей компании. Онлайн конкуренты, давайте добавим конкуренты. Значит, пускай это будет не Гритоска, пускай это будет негр. Ну, я ничего не имею против негров, но пускай это будет негры. И вот этот коварный тип. Все, размер компании пойдет так. Значит, начать игру, получить стартовый тягач и прицеп. Так, значит, что мы можем здесь выбрать? Значит, у нас есть универсальный прицеп плюс двухосный тягач. Значит, это в каждом городе на 50% больше контрактов, низкие платежи по контрактам. Есть прицеп-рефрижератор плюс двухосный тягач, средние платежи по контрактам. И прицеп-самосвал плюс трехосный тягач. Значит, высокие платежи по контрактам, у этой фуры есть фиксированные расходы. Ладно, давайте начнем с самой обычной, в общем, да и все. Так, привет, это введение, оно доступно в любом моменте игры. Если нужно будет что-то узнать, нажми на любую крайнюю кнопку с определенным знаком, лишь руководство. Так, выбираем, значит, теперь город, где мы с вами будем размещать нашу штаб-квартиру. Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Альбукерке, Оклахома Сити, Портленд, Детройт, Чикаго. Давайте, Чикаго. Я хочу в Чикаго. Разместить штаб-квартиру. Оп. Собственно, наша штаб-квартира строится. Ребятки, давайте я, наверное, на всякий случай в звуке сделаю чуть потише. Так, чтобы меня было слышно. Так. Собственно, вот наша штаб-квартира. Теперь давайте... Что? Чикаго, молодцы. Так, самый важный элемент интерфейса – это окно графиков. Там можно распределять контракты по машинам, перетягивая контракты в графики, а потом тягачи на контракты. В общем, мы здесь полностью... Ребята, вкратце расскажу. Мы полностью здесь выстраиваем график для дальнобойщика. То есть, где ему загружаться, что ему загружать, куда ему ехать. То есть полностью делаем вот, так скажем, работу не экспедитора, а, скажем, логиста. То есть мы должны полностью продумывать, где груз какой взять, куда отвезти. Здесь очень большое значение имеет репутация между городами. То есть видите, вот, к примеру, в Чикаго есть официальный поставщик, это сам город, да, Чикаго, то есть главный склад на Чикаго. Также есть вот, к примеру, компания, которая, вот, чем они занимаются. Old кто-то там. Что они, короче, дают? Блин, хрен поймешь. А, вот. Old McDonald's. Ферма. То есть, короче, вот они именно ферму. У них есть груз, который они получают, есть груз, который они отправляют, да? То есть, вот они получают. Им нужно оборудование, корма для животных, медикаменты, потребительские товары, охлажденные продукты. А отправляют они какие-то там фрукты, просто на друг на друга наложилось почему-то. Есть, соответственно, у нас, к примеру, вот Чикаго рынок, то есть вот это рынок, который рассказывал, который именно городу принадлежит. Есть у нас, к примеру, аэропорт, вот, это централ аэропорт, уровень доверия клиента, и опять же, то есть им надо одно, отправляют они там что-нибудь там другое. То есть очень важно именно, какие с кем отношения у нас будут, да? Давайте попробуем, значит, у нас должен быть где-то один наш автопарк, у нас какая-то жирная баба в розовых очках, водитель. Ну, пускай она будет так.
Значит, что нам нужно сейчас сделать? Нам нужно взять любой груз. Вот, к примеру, смотрите. С Чикаго в Демой. Нам нужно что там отвезти. Ну, подбирает прибыль. Мы, получается, берем, делаем вот так вот график. То есть оставляем, что они едут с Чикаго в Деймонт, там по ходу загружаются, или здесь загружаются и приезжают обратно. Ну, скорее всего, это нам дается 2 дня на путь. Теперь нам нужно сюда, отсюда, сюда. Ну, сюда можно взять, видите, ничего нет такого. К сожалению, ничего нет. То есть мы, соответственно, выбираем, какой нам вид прицепа нужен. На остальные прицепы нужно получать разрешение. То есть там неопределенные могут только водители определенные с этим разрешением ездить. Ну, в общем, все там слишком запутано и слишком там разные машины можно покупать там в городах там и так далее. Конкуренты, выкупать конкурентов и так далее, так далее, так далее. Так, давайте, ладно, значит, мы подтверждаем этот контракт. Ставим свою подпись шикарную. Теперь нам нужно поставить водилу, который этим займется. У нас это жирно-розовая баба с розовыми очками. Мы передвигаем. Так. Это вид со следующей камеры. В общем, вот наша машинка появилась. И сейчас мы, опять же, по каждой машине видим, когда ей надо проходить техобслуживание. Она может сломаться. Если машина будет часто ездить, но водитель будет мало спать, то тоже это будет иметь определенные проблемы. Поэтому, ну, ребят, как есть. Если хочешь, можно ускорить время. Нет, мы ничего ускорять не будем. Сейчас мы вот загружаемся. Вон маленький тракторик нас погрузил. И мы сейчас будем отправляться в Деймонт какой-то и так далее. Сейчас поедем туда. И там, соответственно, получим наши бабосики. Так, давайте еще раз посмотрим. Это наша штаб-квартира. Значит, это наш ранг. Ранг 1. У нас здесь сколько клиентов разблокировано, какие там разрешения. Как вы видите, вот базовые у нас есть. Потом рефрижератор 100 тысяч баксов. Самосвал, платформа. Это чтобы машины возить. Точнее, заготовки всякие. Металлургические заводы можно будет. Это для перевозки скота. Это автоцистерна для перевозки автомобилей. В общем, все это стоит денег, соответственно. Здесь, как и во всех экономических стратегиях, можно взять кредит, долгосрочный, недолгосрочный, кредитные условия. Приток денег – это статистика. Тут можно, как я понимаю, заказывать рекламу своей фирмы, чтобы к нам приходило больше водителей, которых хотели бы к нам устроиться. Это мы, соответственно, можем написать, типа, что мы заинтересованы, типа, чтобы вас поглотить. Вот, ну, мы, конечно же, это делать пока не будем. Вот, уровень цен на грузоперевозки, то есть можно полностью проводить аналитику рынка местного и так далее. То есть это такая именно жесткая экономическая стратегия. Вот, тут можно, вот, не знаю, мне кажется, это самое такое вот обалденное. Это, то есть, вот вы такой представляете себя крутышкой, да, там, вот, типа Rally Game Online, Чикаго, типа, привет, я подаю заявление на должность водителя вашей компании, и это вы как босс сидите, решаете, хотите вы его нанимать к себе на работу или нет. Там, давайте дальше, к примеру, Эдгард Чиф нам пишет: здравствуйте, мне хотелось бы стать водителем вашей транспортной компании, я работаю дальнобойщиком уже очень давно, я надежный, старательный водитель, и мне нравится всегда быть в дороге. У меня имеется следующая категория прав, то есть мы видим, сколько он хочет, какие у него права есть, какие разрешения есть и так далее. Откуда? Вот к нам Рэнди Эрминио хочет вообще с Вашингтона, с округа Колумбия устроиться к нам. Он может самосвал управлять, скот перевозить, автоцистерны. Вот, вы не пожалеете. Ну, мы, конечно, нанимать его не будем. Давайте посмотрим, где там. Окей. Где там наша это, кобыла едет с розовыми очками. Куда она уехала уже? Или она уже приехала? Она уже, наверное, приехала. А нет. Она должна быть. Сейчас мы ее найдем.
Где-то. Ага, вот она. Сейчас она, по идее, должна туда приехать, и мы должны получить свои 2000 баксов за эту грузоперевозку. Конечно, нужно будет очкарички это заплатить в розовых очках, но я думаю, мы все равно будем в плюсе. Давайте немножко ускорим, чтобы долго не ждать. Я сейчас мчится по трассе. Читал отзывы об этой игре в интернете, вообще в Steam. Говорят, что игра не оптимизированная, даже на минимальных настройках глючит. Я надеюсь, я... Ну, в принципе, на высоких у меня не глючило, я не использовал, ну, как бы не испытывал никаких проблем. Но, знаете, ребят, я все равно на всякий случай сделал самое минимальное для того, чтобы на записи не лагало, потому что ну, компьютер у меня уже старый, не тянет. Так. Угу. Ну, давай, разгружайся. Дальше. Вот тут, походу, будет разгружаться. Вот, есть. Все, в принципе... У нас немножко, видите, выросла репутация с этим клиентом конкретно. Привет, босс, мой тягач впервые посетил город Демон, здесь есть следующие клиенты. То есть вас рассказывают сразу, если впервые приезжаете в город, какие клиенты есть, чем они занимаются, что им нужно, что они продают и так далее. В общем, ребятки, игра, кстати, свежая, вышла в прошлом месяце, то есть в 11 месяце вышла. Поэтому, кто любит экономические стратегии, обязательно попробуйте в нее поиграть. Я, конечно же, приобрел ее в своем любимом магазине на торренте по цене интернета. И что, в принципе, вам рекомендую. С вами был Росси. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока-пока, ребятки.